А прямо сейчас мы дадим прогноз на август для всех знаков зодиака. Но это сделал не совсем мы, поскольку мы любители в астрологии, а сделать специалист Наталья Сарамут, астролог. Наталья, доброго утра! Так, а Наталья с нами на связи по телефону. Доброе утро. Только почему-то мы ее сейчас пока не слышим. Итак, Наташ, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Слышим бодрый, здорово, знакомый, да, родной голос, значит, все хорошо. Наталья. Настроение у вас сегодня хорошее? Настроение прекрасное, потому что нас ждет прекрасная, интересная неделя. Да вы что? Ни одного дня нет, где есть гармоничные какие-то положительные соединение ее аспекта планеты. Что же это такое? Расскажите, всем ли знаком зодиака ждать такие прекрасные новости? Или кому-то придется все-таки терпеть что-то? Смотрите, у нас есть с вами небольшой секретик. Когда Солнце меняет знак зодиака, оно готовит нам какие-то сюрпризы. Как правило, очень хорошие, интересные. А вот Солнце у нас в субботу переходит в новый знак зодиака, это в Деву. То есть уходит из знака Льва. Угу. Но напоследок всю неделю солнышко будет давать нам какие-то новые гармоничные способности, которые можно использовать. Ну, это очень хорошо, приободряет на самом деле. А да, вот девам, которые, собственно, и будут владельцами времени и дней в своем родном знаке, им стоит ждать какой-то особо приятный сюрприз, подарок, так скажем, от звезд на дни рождения? Смотрите. Кому будет очень хорошо, у кого будет прямо большой набор возможностей на предстоящей неделе. Да. Это тем, кто родился в районе 20 августа, плюс-минус несколько дней. Сюда заходит начало Девы, самое начало знака Девы. Сюда у нас относится дата 20 примерно, плюс-минус несколько дней, декабря. Угу. Еще когда я проанализировала другие указания астрологические, нашла, значит, закономерность удачи для тех, кто родился в районе 20-го плюс-минус несколько дней января, где же мая и сентября. И сентября. Причем не важно, какого года. Ага. Эх, март-то пролетел, жаль. Ну что ж, будет время порадоваться за своих близких. А что им стоит ждать? Можно ли в этот период удачи, ну не знаю, что-то выигрывать, покупать лотерейные билеты, совершать какие-то достаточно рискованные покупки, делать вложения тоже такие с риском? Это будет благоволить все знаком зодиака? Смотрите, самым удачным днем на неделе для покупок у нас является четверг, 20 августа. Финансовые планеты прекрасно расположены, покупки будут приносить радость. Будет пусть максимальная смесь. То есть, если мы что-то покупаем, то будут радоваться абсолютно все, разногласия не будет. Поэтому, если есть возможность заняться шопингом, то четверг, ну, наверное, после рабочего дня или какому-нибудь днем. Ну, вот все, наверное, продавцы в магазинах в четверг просто сейчас приободрились, готовятся ко всему. Наталья, мы сегодня спрашиваем о том, от чего зависит ваше настроение. От обстоятельств или вы сами его себе создаете? В вашем случае это как? Ну, в моем случае, во-первых, я слежу за Луной, потому что Луна, она... Ну, это у меня уже профессиональные нюансы. Такая Луна на небе, такое общественное настроение. Вот, кстати, о Луне. Ну, для себя у меня есть, конечно, определенные техники. Это утренние медитации, зарядка. Наташ, кстати, я вчера вот заметила, что у нас новолуние. Глянула на небо, было чистое, все раздуло, было видно звезды. И я вот вспомнила, что, мне кажется, вы говорили, что новолуние – это вообще хороший период. Я правильно запомнила? Новолуние задает нам план на целый месяц, на месяц вперед. И такой день, на настоящей неделе, у нас будет 19 августа. То есть Луна с Солнцем, новая Луна, новые планы мы строим именно в среду. Вот. Не пропустите этот день. Обязательно запланируйте для себя что-нибудь хорошее, доброе, позитивное.
придумать воплощение желаний и просить повышение зарплаты у начальства. Да не только это, я тоже думаю. Подойдет, что, да, возможно, думаю. Там кто-то влюбится, например. Влюбиться можно на этой неделе? Каждый день можно, почему? То есть звезды здесь говорят, что каждый день, пожалуйста, влюбляйтесь, мы на это не влияем никак. Ну что ж, Наталья, спасибо вам огромное за хорошее настроение, за ваш звонкий, бодрый, позитивный голос и замечательный прогноз на эту неделю августа. Пусть лето уходит, но август еще принесет свои приятные плоды. Наталья Сарамут, астролог, сегодня с нами была на прямой связи со студией и вот настроила нас на хороший, позитивный лад.